Коллеги, добрый день. Сегодня у нас 14 апреля 2022 года. И мы планируем сейчас протравить яровой ячмень на наши демо-участки. Мы будем протравливать на протравочной машине Дорис, которая представлена здесь. Одна из лучших машин. Для начала протравливания семян мы подвезли сами семена. Семена ярового ячменя, сорт Авалон. У нас загрузочный шнек, который подает зерно к протравочной машине, к весовой системе. Здесь у нас установлен весовой механизм. С другой стороны, мы можем увидеть механизм дозатора рабочего раствора. Он состоит из специальных чашечек на 40, 50 и 60 миллилитров. В данный момент у нас установлены 50 миллилитров. Угу. После того, как семена попадают в весовую систему, там взвешивается определенная порция семян, подается далее, где идет нанесение определенного количества рабочего раствора, которого мы запланировали. На данный момент у нас будет протравитель Vibrance Integral дозировки 1,8 литра на тонну. После чего все это смешивается в бункере и подается уже непосредственно на выход. И сейчас мы с вами посмотрим, как работает протравочная машина Дорис, как выглядят протравленные семена.